Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Илья, и сегодня мы продолжим прохождение игры Tomb Raider. До этого мы с вами проходили такие небольшие сюжетные дополнения, отклонения, которые не влияют на основной сюжет. Искали всякие вещицы. Теперь же мы пойдем по сюжету. Продолжаем. Открываем. Бам. Открыли. Ну все. Точка невозврата. Быстрый переход после этого лагеря невозможен. Так. Двигаем. Нам больше ничего не остается делать, кроме того, как идти вперед. Что ж, нашу подругу Сэмми забрали. Забрал главный злодей, так сказать, Матиас. Так, что у нас тут есть? Думай, думай, Илюха, что нам делать? Ой, ой, ой. Что я вообще делаю? Так. Уху, поехали. Играет такая напряженная музычка. Бежим, бежим. Так, тут мы вроде все выполнили. Есть. И как Ларри не холодно-то? Ползет по льду, держится за лед руками. Идет снег, холодный ветер. Бррр. Нет уж, я лучше буду сидеть, записывать летсплей в домашних тапочках, халатике. С чаем. Да. Это будет замечательно. Так, нам надо расхерачить вон те ворота. Значит, в эту сторону. Да, я оказался прав, в эту сторону. Все рушится. Фимика гневается. Это Фимика, это та богиня, которая не хочет отпускать людей с острова. Ах ты, не получилось, промазал я немножечко, еще разок. Лара, берегись! Эти ублюдки направляются к тебе! Мы задерживали их сколько могли! Прыгнуть! Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь, мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Лара, хватит болтать по рации, нам бежать надо. Надвигается полный пиздец, а ты болтаешь.
Так, забираемся все выше и выше. Так. Так, куда нам? Куда? Все, вижу. Так, прыжок. Так, удалось нам ухватиться. Капец, какая огромная скульптура высечена. В скалах. Ну вон, вы видели, собственно. Патроны нам нужны. Так, а, костер, костер. Так. У нас все прокачано. Снаряжение мы улучшить не можем, потому что у нас не хватает запчастей. Хотя, да, автомат мы можем до конца прокачать. А уже чтобы прокачать лук на все 100%, нам не хватит деталек. Так, посмотрим вообще, на сколько процентов мы прокачали дробовик 100, автомат 100, пистолет 100 и... Ледоруб. Кирка 100. Ну, лук у нас не до конца прокачан, но ничего, я думаю, это мелочи все. Так, вообще жестоко я лоханулся. Прыгнул, не обдумав. Карабкаемся. Я думаю, нам не так много осталось до финала. Так, 12 лет развязки. Так, все ломается, ломается. Аларка тут что-то забывала. Ползет, ползет к своей неведомой цели. О, величайшая! После долгих поисков я нашел для тебя сосуд! Излейся и вернись в мир смертных! Излейся! И возродись! Излейся! И пробудись! О, боже! Я должна ей помочь! Так. Опять брать. Так, нам надо уничтожать врагов, иначе нашу любимую Сэмми убьют. Так, красиво мы уничтожим врага. Так, так, патроны нам нужны. Так, давайте врага обучим. А, я не успели пускать, на миг. Вот вам так, всем. Козлам. А, это мы еще не всех уничтожили. Замечательно вообще. Знаете, нашпиговали тебя, блин. Thank you.
так вам. Вот так. Будете знать, как ко мне приставать. Лара всем вам еще, блин, покажет. Пусть снимает. Удалось. Там нас два врага застали врасплох. Ничего, сейчас мы снейчик устроим. Сейчас раскрошу вас в оливье всех нахер. Заебали. Так, куда нам теперь? Так, что-то неладное творится, это прямо видно. Так, хватаемся, хватайся, хватайся. Прыгай. Есть, успели ухватиться. Мы молодцы. Выбираемся. Так, чё ты так медленно идёшь-то, дорогая? Вот это громила. Вот это боссик. Так, где у него? Ага, у него спина слабая. Надо будет его стараться ранить в спину. Что ж ты вытворяешь-то, дорогой? Ах ты ж, не получилось.
Кстати. Чё, разозлился, да? Да, разозлился. Опять не получилось. Ну иди сюда, громила. Ау, дорогая, давай, давай. Горилла. На тебе. Ух ты ж. Ну один молот, блин. Мы еще живы? Мы еще живы, но ненадолго, я так понимаю. Так. Надя. На тебе, на тебе. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Есть. Раскроили черепушку, мразь. И получили каких-то нещадных 100 очков опыта? За вот это все 100 очков опыта? Писец. Там надо, блин, не просто 100. Там 5100. Что, Матиас, давай с тобой сейчас поквитаемся. Так, давай, 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 Лара, давай, мы с тобой не сдадимся. Давай, 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 давай. Есть. Так тебе, мразь. Это тебе за рота. Сволочь. Сэмми. Сэмми. О, Сэмми. Слава богу. О. Лара. Что происходит? Я здесь. Все кончилось. Все хорошо. Все хорошо. Ты спасла меня. Я верила. Я ведь обещала. А теперь домой. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Думаю, она поправится.
Все кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Я еду не домой. Ну что ж, дорогие друзья, на этом прохождение Tomb Raider закончилось. Выбрались с острова не все. Выбрались друзья. Но выбрались немногие. Погибли замечательные люди, которые жертвовали собой. Остров надежд. Остров грез. Остров боли. Остров, который проверяет людей. Остров показывает, кто есть каждый человек. Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчиваем очередную серию нашего прохождения. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание, всем хорошего дня, до новых встреч, пока!